Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цукровий діабет – складна та страшна хвороба зі своїми наслідками. І саме від того, як ми будемо ставитись до неї, залежить якість нашого життя. Тому що ця хвороба, частіше за все, з'являється неочікувано. Про цукровий діабет та ковід будемо говорити з Євгеном Марциніком, лікарем-ендокринологом вищої категорії, кандидатом медичних наук, доцентом, провідним науковим співробітником Українського державного науково-дослідницького інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Пане Євгене, раді вас бачити сьогодні. Отож, цукровий діабет. Взагалі, цього року він, мабуть, поєднаний з декількома проблемами, особливо ковід. І це на слуху. Отож, пацієнти, які скаржаться, які вже мають ступінь, стадію захворювання, вони, мабуть, також хвилюються. Як же цукровий діабет поєднаний з ковідом? Та чи не буде складних наслідків? Дійсно, ця проблема існує, і вона кристаллизовалась именно вот в такой экстремальной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Количество больных с сахарным диабетом в мире около 400 миллионов насчитывается. Причем это те пациенты, у которых диабет уже установлен. Значит, как известно, на одного пациента с установленным заболеванием по улицам ходит трое, у которых заболевание протекает в скрытой форме, они об этом не знают и выявляют эту проблему случайно. И вот ковид явился таким вот пробирным камнем, который показал, что пациенты, которые страдали скрытыми формами сахарного диабета, они его проявляют в период вот этой вот болезни. Оказывается, ковид – это не просто простудное заболевание, как многие думают, это серьезное заболевание с поражением многих органов и систем в целом. В том числе страдает поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин. И мы в этом убедились, потому что множество пациентов, которые не страдали сахарным диабетом до этого, они манифестировали его в период ковид-инфекции или сразу после того, как они от нее, значит, как бы начали излечиваться. Поэтому проблема существует, она довольно серьезная. И я считаю, что пациенты, которые берегут свое здоровье, беспокоятся о нем, должны все-таки знать о том, есть у них склонность к диабету или нет. И для этого существуют специальные исследования, которые позволяют эти вопросы решить. Також про це поговоримо. А з приводу взагалі цукрового діабету, чи правда, що кожного року збільшується кількість людей, які, ймовірно, можуть мати цукровий діабет, та від чого це залежить? Ну, это зависит от многих факторов, но вообще сахарный диабет – это заболевание, которое, как говорят ученые, накапливается в популяции. То есть количество больных с сахарным диабетом к 2030 году будет уже около полумиллиарда. То есть полмиллиарда населения этой планеты будут страдать сахарным диабетом. Ну и, конечно же, диабет влечет за собой определенные осложнения. О диабете нужно подумать тем людям, у которых имеется ожирение, избыточная масса тела, у которых есть родственники, которые болеют первой линией родства, родители, сестры, братья, которые болеют сахарным диабетом. Женщины, родившие ребенка с весом больше 4 кг, тоже попадают в зону риска по сахарному диабету. Люди, у которых повышен уровень холестерина, у которых имеется гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление, они тоже в зоне риска по формированию, возникновению сахарного диабета. Поэтому эти вопросы должны быть на контроле, и пациенты должны сами целенаправленно задавать вопрос своему доктору, а не нужно ли мне сделать какие-то специальные исследования для этого. Кажуть взагалі, що кожній людині потрібно обов'язково перевірити рівень цукру у крові, тому що це теж важлива процедура, яка дає визначеність. Тобто ви будете розуміти, є у вас ймовірність чи є схильність до такого захворювання. Чи правда, що люди, які люблять солодке і їдять його надмірними кількостями, можуть страждати на цю хворобу? Естественно, люди, которые не следят за диетой, не следят за собственным весом, они имеют риски заболеть сахарным диабетом, особенно те, которые любят сладенькое. От этого, конечно же, прибавляется масса тела. Действительно, эта проблема существует, но не только сама по себе любовь к сладкому приводит, как, в общем-то, эти проблемы, о которых я уже сказал, прибавка массы тела и другие заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца. Люди с атеросклерозом имеют больше риска заболеть сахарным диабетом. Определение уровня глюкозы крови – это стандартная технология, который позволяет ориентировочно установить, есть у пациента в настоящий момент явный сахарный диабет или нет. Для того, чтобы определить склонность к сахарному диабету, нужны другие, более сложные исследования. Они доступны современным лабораториям, которые работают на достаточно высоком уровне. Вот это исследование гликозилированного гемоглобина, индекса инсулиновой резистентности. Они не очень дорого стоят при исследовании, но они позволяют определить не только наличие диабета в текущую минуту, но и склонность к его
его прогрессирования и возникновения. Угу. А скажите, будь ласка, пане Евгене, якщо в людини немає схильності, то чи обов'язково робити от такі дослідження, широкі такі, розгорнуті? Дело в том, что сахарный диабет – коварная болезнь, склонность к ней заложена еще очень мощно в генетике. Вот, поэтому ну, трудно сказать, что люди не склонны к сахарному диабету. Вы понимаете, что человеческий организм устроен таким образом, что с возрастом имеет свойство набирать вес. Ну, практически 80% населения, которые живут, по крайней мере, в нашем регионе, они склонны к тому, что они имеют склонность к набору веса. А раз они имеют склонность к набору веса в силу тех или иных причин – генетики, особенности питания, там, отсутствие слежения за своим весом и диетой и так далее – у них появляются риски возникновения сахарного диабета. Поэтому вот то, о чем я сказал, что склонность к набору веса, если индекс массы тела превышает 26-27, у таких пациентов повышаются риски развития сахарного диабета. Хотим угу. мы этого или нет? А, ну, справді, дуже складно взагалі розуміти, що з вами, тому що може бути, справді, там, може в третє покоління чи четверте хтось із ваших родичів таки страждав на цю проблему, але ви поки що почуваєтесь здоровими. І лише після того, як ви зробите діагностику, то ви можете зрозуміти, чи може лікар визначити, чи ви самі вдома, якщо не вдаючись до таких складних досліджень, чи можна так просто на око зрозуміти, що щось не так? І коли треба справді звертатись до лікаря? К сожалению, сахарный диабет – заболевание коварное еще в том плане, что оно себя долгое время не манифестирует никак. Жалобы на сухость во рту, жажду, полиурию, там, потерю массы тела появляются тогда, когда уровень глюкозы выше, чем 10-12 миллимолей на литр. А это как минимум в два раза выше, чем нормативный параметр. Вот когда у человека повышен уровень глюкозы выше, чем 5,5, но, скажем так, не превышает 10, пациент ничего не ощущает, абсолютно ничего не ощущает. Но коварство болезни заключается в том, что даже на таких невысоких показателях повышения уровня глюкозы уже начинает развиваться осложнение сахарного диабета сосудистого характера. Но не секрет, что сахарный диабет чреват тем, что возникают чаще инфаркты, возникают чаще инсульты, гангрены конечностей. То есть это серьезное заболевание. Это, как говорят, в мире сладкий убийца. То есть он ничем себя долгое время не проявляет, пока не начинаются серьезные осложнения. Эти осложнения накапливаются месяцами и годами. Поэтому целесообразно исследование делать не тогда, когда уже все плохо, а тогда, когда еще есть какие-то сомнения в отношении того, что эти проблемы существуют. Исследование стоит совсем недорого. Как бы исследовать глюкозу, гликозилированный гемоглобин, современные лаборатории позволяют это делать, это не безумных денег стоит. И вот эти вопросы можно задать семейному доктору, который может направить пациента в нужном направлении, в нужную лабораторию, прописать нужный набор исследований. Угу. А если люди уже страждают на цукровый диабет, то от с этого года ввели нововведення, так людям будет простіше заповнювати усі бланки і отримувати ті потрібні ліки. Тож, які саме нововведення? І розкажіть трошки про це. Як полегшують зараз життя хворим на цукровий діабет? Ну, пацієнти з сахарним діабетом, ну, особливо це пацієнти, які знаходяться на інсулінотерапії, вносяться в новий реєстр, вони будуть отримувати препарати інсуліна. Ну, собственно, вони і отримували препарати інсуліна з повною або частичною оплатою, тобто, фактично, безплатно. Вот, кроме того, значит, семейные доктора имеют возможность таких пациентов обследовать, соответственно, в лабораториях на выявление тех или иных осложнений сахарного диабета. Кроме того, тот же гликозилированный гемоглобин, который является маркером стабильности протекания сахарного диабета, и он же является маркером скрытых нарушений углеводного обмена, то есть доклинических, до того, как сахарный диабет установится диагноз полностью достоверно, то это исследование может быть выполнено в лаборатории по направлению семейного врача. Угу. А справді лікарі зараз розуміють, що потрібно більше уваги приділяти своїм пацієнтам, особливо тим, які хворіють на цукровий діабет. І багато хто, навіть маючи не першу стадію, так, а вже другу там, чи третю, наприклад, але вони якісно живуть. І від чого залежить якісне життя хворого на цукровий діабет? Очень удачный вопрос. Дело в том, что качество жизни пациентов зависит от нескольких компонентов. Первый, самый важный – комплаентность пациента. То есть он должен понимать и выполнять рекомендации доктора, своего консультанта, семейного врача, врача-эндокринолога, что нужно выполнять в плане диеты, физических нагрузок. И самое главное – выполнять нужно в отношении приема медикаментов. То есть сахарный диабет – это не простуда, которую можно пролечить за две недели и забыть о ней. Это заболевание, которое лечится всю свою жизнь.
свою предстоящую жизнь. Программы лечения меняются, тем более они сейчас очень интенсивно обновляются. Появились новые классы препаратов медикаментозных, которые позволяют более качественно лечить больных сахарным диабетом. Поэтому пациенту нужно выполнять рекомендации врача в плане стиля жизни, характера питания и поддержания диеты. Значит, регулярно посещать доктора для того, чтобы доктор отрегулировал прием препаратов, то ли это инсулин, то ли таблетированные препараты, то ли их комбинации. Самое главное – контроль качества лечения. Это показатели глюкозы и показатели гликозилированного гемоглобина. Но вот некоторые лаборатории это делают даже комплексно. Определение одновременно и индекса инсулиновой резистентности, глюкозы и гликозилированного гемоглобина. Это позволяет мониторить качество лечения. Если гликозилированный гемоглобин ближе к норме, это значит, что у пациента риски поиметь осложнение сахарного диабета такие же, как у людей, которые не болеют. Так, тобто, в принципі, перспектива. Можна якісно жити, да. Так? А взагалі, якщо не лікувати цю хворобу, до чого це може призвести? І чи є у вас такі приклади пацієнтів, які відмовляються, можливо, традиційними засобами лікуватись? К сожалению, такие пациенты есть. К счастью, их не так много, это единицы. Мы пытаемся их убеждать в том, что лечиться, так сказать, шаманством несерьезно в 21 веке, тем более, что, как правило, эти эксперименты заканчиваются реанимацией. Вот. Особенно это касается тех лиц, которые пытаются лечиться не инсулином там, где он им положен, а при помощи каких-то травок, отваров и так далее. Поэтому такие случаи, к сожалению, бывают. Вот мы с ними ведем борьбу, мы пытаемся объяснять и семейным врачам, и пациентам. Вот есть специально у нас проходят довольно регулярно дни сахарного диабета, где общество больных сахарным диабетом собирает пациентов для того, чтобы объяснить им характер их поведения, характер их питания, что нужно делать для того, чтобы избежать осложнений. Те пациенты, которые не соблюдают наши рекомендации, они, к сожалению, оказываются на хирургических койках с отрезанными пальцами на ногах, вот, оказываются на кардиологических койках с инфарктами миокарда, оказываются на неврологических койках с инсультами. Поэтому все это очень серьезно, безумно серьезно. Знаете, кажется, иногда даже плакать хочется от того, что мы видим, что мы уже не можем понять, а человек где-то ходил годами, ходил и думал, что само пройдет. К сожалению, ничего само не проходит. Ну, от ви так трохи налякали, мабуть, наших зараз глядачів, тому що до серйозної хвороби треба таке ж саме ставлення. Звичайно, тому що будь-яка проблема, вона вирішується. І, можливо, справді, є і різні шляхи, але як правильно ви оберете той шлях, який вам підійде, то, звичайно, ви будете розуміти, що ситуація під контролем. Чи усі лікарі розуміють, що потрібно саме ось такими протоколами керуватися? Чи є вони різні? Чи є вони різні в інших країнах? Як зараз Україна, на якому щабелі вона зараз стоїть? І чи можна сказати, що у нас краще, можливо, лікування, може, таке ж, як і в інших країнах? Ну, что касается протоколов, они у нас были созданы для лечения диабета второго типа в 2012 году. Я входил в состав экспертной группы. И в 2014 году по диабету первого типа, к сожалению, эти протоколы все эти годы не обновлялись. Вот, ну, мы, в принципе, задавали вопросы в Министерстве здравоохранения. Ну, несколько лет назад их полагается обновлять каждые 5 лет. Вот, обращались, ну, нам сказали, что пока это не очень актуальный вопрос. Но насколько я знаю, что сейчас уже обновлена рабочая группа по обновлению этих протоколов, поэтому протоколы по лечению диабета первого и второго типа в Украине существуют. Они нуждаются в обновлении, вероятно, это в скором будущем произойдет. Я думаю, что, наверное, даже до Нового года, насколько я знаю, произойдет обновление протокола по лечению сахарного диабета. Врачи эндокринологи, кинологи на местах прекрасно знают эти протоколы, они с ними ознакомлены, они знают о них в деталях. С ними ознакомлены также врачи семейные, врачи общего профиля. Но я так понимаю, что семейным врачам все равно нужна поддержка специалистов. Есть опыт как бы европейских стран, где семейный врач назначает базовое лечение, стартовое лечение. В дальнейшем коррекция лечения происходит под наблюдением врачей-специалистов, эндокринологов. Вот, семейный врач выполняет функции контролера качества жизни пациентов, контролера качества лечения. Вот по тем же показателям гликозилированный гемоглобин, глюкоза, индекс инсулиновой резистентности, другие параметры липидного безопасности. Вот поэтому Украина как бы не в худшем положении находится. Конечно, есть вопросы, которые надо обновлять и улучшать, но протоколы у нас есть. Так, пане Євгене, з приводу сімейних лікарів, добре, що ми зараз торкнулися цієї теми, тому що сімейний лікар, він не може бути фахівцем вузької направленості, так? Ну, особливо, якщо це лікар стосується от таких от серйозних проблем, як направити пацієнта,
пацієнта на ту чи іншу хворобу, так? Ну, якщо він вже хворіє, то ось як бути? Чи завжди ми можемо бути впевнені в тому, що лікар сімейний зможе надати правильну консультацію, чи взагалі, що він взагалі направить до того лікаря, який потрібен? Ну, в целом семейные врачи достаточно хорошо подготовлены в том плане, что цикл эндокринологии семейным врачам читается. Ну, даже я в свое время читал лекции для врачей семейных по сахарному диабету. То есть базовые знания они действительно имеют. Но это базовые знания. Как бы мы не можем сказать, что есть знак равенства между врачами семейного профиля и врачами-эндокринологами. Врачи-эндокринологи знают гораздо больше, поскольку у нас специализированные тренинги по отдельным нозологиям эндокринологии. Это же не только сахарный диабет, и другие виды патологии эндокринных желез, щитовидной железы, надпочечники и так далее. Вот поэтому я считаю, что в любом случае семейный врач должен стоять на переднем крае и ориентировать пациента, что нужно исследовать, какие анализы нужно сдать. Как только выявляются какие-либо отклонения, дальше консультироваться со специалистом-эндокринологом. Вот это был бы правильный алгоритм. Так, ну и наостанок, звичайно ж, хочется почути від вас рекомендації саме, ну, для усіх, тому що от ви сказали вже, що треба кожній людині знати, що з нею відбувається з її організмом, так? Отож, на що треба направити свою увагу, як потрібно слідкувати за своїм здоров'ям і у яких випадках от негайно треба звертатися по допомогу. Ну, я хочу сказать, что есть европейский есть опыт, есть американский опыт по так называемой диспансеризации. Она была еще у нас со времен, так сказать, Союза. Вот, когда все-таки рекомендовали пациентам, ну, просто людям даже здоровым с определенного возраста проходить кардиограмму, анализ крови на глюкозу, уровень холестерина, там, консультации специалистов и так далее. Вот я знаю, что в Европе там для людей, которые заключили страховой контракт, у них выделяется один день для того, чтобы они сделали ЭКГ, кардиограмму, УЗИ, гормоны, анализы, сахар, там, гастроскопию, что-то еще, потому что без этого дальнейшие контракты страховые никто не продлевает. И это правильно. Страховые компании – это коммерческая организация, они так или иначе считают свои деньги. У нас, к сожалению, вот как-то вот возникло такое межсезонье, когда уже такой диспансеризации глобальной, как была вот раньше, ее уже нет, а еще вот новые веяния еще пока как бы не состоялись. Поэтому каждый Пациент должен сам об этом позаботиться, потому что время идет, и пока мы дождемся вот этого подхода, когда вот пациент один раз в год проходит колоноскопию, гастроскопию, там кардиограмму, эхо и так далее, ну, вряд ли это наступит очень быстро, поэтому это в руках каждого пациента. Ну, и, естественно, семейные врачи в этом могут оказать большую поддержку. Я вам дуже дякую, пане Євгене. Справді, ми розібралися з цією проблемою, дізналися, що саме від нас, від якості життя залежить і протікання хвороб, роби, звичайно, будь-якої. А взагалі хочеться, щоб ми всі були здоровими, і тому треба вчасно приймати усіх заходів, аби ми усі розуміли, що здоров'я – це найголовніше, і від здоров'я залежить щастя кожної людини. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Спасибо. Так, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.